Так, селфи со стрекозой сейчас попробуем сделать. Так, ладно, надо тебя посадить на какую-нибудь травку. Похоже, я нашел труп лисицы или енота, не знаю, по шерсти кто это. Фу. Ну, вроде запаха не было, просто противно смотреть на него. Стрекозы любят кататься, как обезьянки. Что они делают, непонятно. Так-то они, по идее, питаются комарами. Пока-пока, стрекозка, пока-пока. Уже какая-то стрекоза попалась, позирует, не улетает. Стрекоза звезда Ютуба.
какая послушная стрекозка. Ну все, конец фильма. Пока я тут стрекоз снимаю, тут рыжиков настругали уже. Вот. Палкой специально, чтобы траву, да, разгребать. Специально, вот. Я траву вот так разгребаю и все, увижу. Понятно. Вот. Их так ты и не увидишь. Вот они. Вот это отверстие. Выходные. Это сам баня, да, вот это? Да, баня по черному. Там темно, не видят ничего. А глаза привыкнут, если как это зайдешь в воде. Увидишь, да? Ага. Надеюсь. Вот, видишь, как зайдешь в воде сначала, да? А, вижу. А потом свет включим, это, когда готово будет все. Ага. А чехол надеваете, чтобы... Это на лампочку, чтобы этот, как его... Плафон, чтобы сажа не села. А, понятно. Ясно. Угу. А тут потом, все, сажа все, да? Ну, вот это же сажа. Ну. И поэтому ага. Запах... Пошел, говорит, в черную баню, а вышел белым, чистым. Да как есть вам печка, что-то пить? А, вот она. А, печка. А вот там-то пить, а? Смотри, там до этого, за стенки аккуратно. Спички, все. На двери там, это, спички. Спички, да? На двери входными там. А вот сама вода здесь, да, получается. Вот сверху. Здесь холодная будет, это, горячая будет, это, горячая. Понятно, все. Отлично. Ух ты! Здорово, попаримся, Семен, туда хоть баньку по-черному испытаем. Что это такое? Брать будет его от горячего. Так, подняли, черпнули, все, открыли так. Ага. И сколько она топится, эта баня? Времени. Топится? Да. 3 часа, наверное. 3 часа. Самое большое. Ты врешь? Не 3, а. Час всего врет. Ну так ты час, ага. Через час вот прогорит, все. Все. Нет, 3. Зимой 3 часа. Зимой. Да. А вот этот дым выходит только вот через это отверстие, да? Отсюда и из дверей, вот отсюда. А, еще. Дверь полностью не закрываем, ведь мы потом. Понятно. Все, начало дымить. Да. Что, затопил, что ли, уже? Да. Круто, ага. Коптилка, короче, там закопченый выходишь, да? Такой запах там интересный. Погасло. Вообще. Погасло? А, я вот тут не увидел. Сейчас. А, я рисую, еще не подложил этот кусочек. Так-то дым-то вроде идет, погасло, да? А с треском сейчас будет гореть, это осина сухая она, момент сгорит. Да. Вот такая банька по-черному. Потом дым оттуда будет идти, вот, да? Да. Оттуда из двери. Туман, грязь. Рексулька. Маленький рексулька. Вот уже пошел дымок из бани.
Никита, почему вот такая сбоку отверстие, а не прямо, а сбоку почему так у вас сделано? Летом делается 8 полешек на лето, а на зиму закладка на 12. 10-12 поленьев, да. И вот мы тут свежих веничков тоже вот. Ну сейчас, Джон, мы попробуем свежий веник, попробуем с собой в бане. Попробуем свежий веничка. Да не обманывай. Да не обманывай, я серьезно говорю. Вот так. Сейчас свежий веник вот плету. Ну давайте, во славу Божию, давайте. Два готовых вот уже. Готовы, да? О, спасибо большое, спасибо. Ты это, решил это зайти, а то газ выходит, да? Ой, дым там идет, хорошо. Дым мешает помаленечку. Я первый раз в такой бане буду мыться. Грибобас, а ты что такой доволен? Шаньгой наелся, да? Да, съел шаньги, молочко, шаньги, все. Искупался в святой воде. Вот, это отлично все. В церковь сходил, это все хорошо. Я доволен, не знаю. Вот так. Мне нравится очень. Отлично. Вот надо было раньше на 2-3 дня приехать. На рыбалку пошли бы. Свежие ухи на берегу поели бы. Да. Сразу. Нарыбачили бы. И грибов ты еще набрал. Ты каких грибов набрал-то? Маслят? Маслят. И немножко вот рыжики вот такие ты собирал? Вот, смотри. Собирал, да, штук 5-6 пособирал. Вот таких ты набирал, набрал? Штук 5-6 я собрал таких грибов. Таких вот. Маленькие грибочки. Вот такие маленькие грибочки. Что 5-7 грибочки есть такие. Ясно. А все там не маслят у меня все грибы. Короче, ты масленок у нас. Спасибо. Смотрите, для чего гриб-трутовик использует. Чтобы подпирать дверь. Вот такой мощнецкий гриб-трутовик. Здоровый, да? Большой гриб. Я там на севере, ну вот где-то вот так, максимум вот такой встречал. А тут у меня аж бросается в глазах такой здоровенный. Ага. Грибовас, переверни, пожалуйста, покажи. Сейчас, подожди. Во, будем селфи с этим, с грибом я давай сниму. Возьми его в руки. Давай. Ау! Не-не, это этот. Не чага, а этот трутовик. Трутовик. С березы, да-да. Это легкий, между прочим. Чага-то она черная. Все. Когда была, это у нас во дворе там деревня была. А, все, давай, ложи грибобас. Ага. Вот используют на это, на растопку. Переверни, он же не так был. Ага. Сейчас, вот так. Ты, кстати, вес очень легкая она, между прочим, вес. У нее вес на килограмм 5, да? Да, где-то так. Угу. А чага на каком месте это растет? Пса как, кличка у пса-то? Рекс? Рекс. Рекс. Ух, он Рекс какой. Рекс, Рекс. Рекс. Голос. Рекс, голос. Голос. Давай, грибобас, говори. Рекс, голос. Голос. Рекс, голос. Голос. Не понимаю. Только это. Еще собака есть? А, Муська? Тоже собака Муська? А, вон, видите, вон она. Кличка такая, Муська, как у кошки. Муська, да? Вон она. А-а-а. Такая все когда блея такая. И хвост поджала. О, петух. И выглядывает из забора, выглядывает. Ага. Красиво. Что-то... Ой. Не прошли. Час. Час, и потом час она будет выстаиваться. Час, например, да? Через час горит, и потом час выстаивается. А, понятно. Угу. А через час потом двери полностью закрывать надо, нет? Полностью. Да? Полностью двери, и да, это вон, мурена, мурена называется она. Вот эта дырка мурена, да? Да, мурена. А вот это как бы дым-то там же остается, он испарится, нет? Дым-то уйдет весь. Уйдет. Даже с закрытыми дверями? Да. Мы же закрываем двери, когда уже дым весь... А, уходит, да? Да, весь дым уходит. Да. Корова не учили еще. Не, это корова. Корова, да? Корова, да. Не, это бык стоит. Это бык? Бык, ага. А, это бык, это бык значит. Бык стоит, это. А корова в стадии. А. Чего ж ты корову этих не можешь? Ну это бык, да, так, да бык. Так я... Не. Я у Веры Сергеевны спросил. Она говорит, что типа эта корова Мишина стоит. Да, корова.
Мишина, да? Корова, да? Ну иди подай и попробуй. Да не болтай-ка. Знаешь, не кто-то это? Да знаю, знаю. Козел задроченный, но жить будет. Да и бабка к ветеринару приходит, говорит, молока что-то коза мало дает. Что-то к ней. А, или что-то, подожди. Что-то, говорит, коза типа приболела. Вот, иди посмотри. Да и молока мало дает. Она приходит. Ну, ветеринар приходит, говорит, да, козел задроченный, но жить будет. Перепутал, короче. Задроченный, да? Ой. Пойду я чай пить, ты уже, Саш... Нет, еще не пила, да. А, еще не пили? Нет, я только молоко пил. Куда пошли-то? Душ вот... Куда жар это еще мое существо. Так, а я в тапках, ты куда хочешь? Ты далеко собрался? Да нет. Быка погладить? Не, на быку-то я не пойду. А что? Будешь гладить, он же такой. Видишь, сам уйдет, смотри. Ну, я посмотрю, как ты погладишь его. Вон с это, Володя говорит, лучше не подходить. Не подходить? Да. Не... Говорит, близко не подходи, потому что веревка порвется. Побежит, да. Это свежая жертва, да? Их мало тут. Свежая, да? Жертва, да. Он только и ждет кого-нибудь это. Забодать. О, нифига себе. Вон они, феники. А-а-а. Пожалуйста, не надо никуда идти. Ну-ка, Сань, попробуй ты тоже. Ну-ка. Стоит и смотрит внимательно. Мы. Что-то он примолчал. Ага, видел там. Вон ход у них. Да. Ну там рязка скопилась, там вот за пруда. Ну. Спуститься. Ну тут можно спуститься, в принципе, да? Это можно, ага. О, ежевика. Саш. Смотри какая. Ну, где ко мне понятно? Вот ты это делаешь. Спасибо. Ну, а вот это ежевика получается, что ли? А вон еще плоды ежевики. Вон они, Сань, смотри-ка, синие вон. Вот запруда бобриная. И тут черемуха есть. Тут, Саш, черемуха спелая. Mm-hmm.
как плотина такая получается. Ежевика. Так плотно они тут сплели. Тут вода под ней как бы под поверху идет. Да. Бобрищи какие они. Черемуха. Буквально ежевика растет, вот дом, да? Вот там это речка внизу. Бобры тут шастают. Ежевика там растет. Синокос тут. Да. Браво! Да. Это Анютины глазки. Какие? Анютины глазки. А это я не знаю, как лилии или как, не? Вот эти-то? Да. Это петуньи все. А, петуньи. Петуньи? Но... А вот эти как они? А вот эти? Это Анютины глазки. Они классные, красивые, вот эти красивые цветочки. Эти петуньи-то все лето цветут. Все цветут? О-о-о! А у тебя белые, как у тебя? Все тоже петуньи. Да? Это тоже да? Да, это все петуньи. Ух, ты уже много. И все цветов разные они. Да. Красиво так. Самые крутые, да, вот это? Да. Ух ты. Там петунь есть. Mm-hmm. Ой. Петунь. Вот это тоже красивый цветочек. Ага. Там огород у нас. Огород, да? А вон уже покажем, да? Они богаты, что вырастают, типа? Да, вот так. Да? Ха! Тяжелый, небось! О, вот это вот. Погорода. А большой вот это вот? Это вот это вот, да? Да. Сейчас. Бассейн, ага. Бассейн. Что там, Сань? Горох, что ли? Горох. Тыквы, картошка. Ну, мы только что сегодня не ели и горох, и черемуху, угу. И ежевику. Угу. А потолок что ли съест? Что мы еще с тобой ели сегодня? Ну, все, рыбы. Молоко козье пили. Ага. Угу. Коровье пили, потом эти котлетки ты с говядиной ели. Котлеты, потом эти шанги и с мясом, и такие с вареньем. А, о, а, нет, это маленький. Один большой я где-то видел, один такой, старичок толстый. Да бери, нет, где-то большой. Во-во-во.
А, да-да-да, вот сейчас. Угу. Вот это тоже можно жевать, но она грязная просто, она вот это тоже шкурка сладкая. И у вас, мне надо этот момент этот рассказать зрителям. Помнишь, мы в новопоселенном в баню по-черному-то ходили? А, ну? Вот, расскажи, какие тебе ощущения были после бани по-черному. Что ты ощущал? Короче, как, вот с самого начала, вот стоит сама баня, так? И в бане сбоку дыри такая, и там как труба, и так, ну как, не прямо так вот, а сбоку так выходит труба. Вот. Там не труба, там просто в стенке дырка. Просто дырка в стенке. И из стенки дым выходит. Да. И что самое понравилось. Заходишь в баню, это предбанник сделанный. Вот. Он там как это, там это бревном лежат, типа того там, да? Ну там пол там. А он там пол сделанный. Ты мне просто ощущения расскажи, ты мне про баню не рассказывал. В общем, мне понравилось сама. Что там ощущал, что у тебя там не понравилось, что понравилось? Ну не понравилось то, что когда зашли, чесать начала почему-то я. Чесаться. Ну, это потому, а глаза вот... тебе не этот не жгло? Нет. Нет. Ну я вот заходил, мне глаза, знаешь, типа как луком. Вот когда лук режешь, а, да, и да, глаза да. так же как бы болят. Угу. Ну вот слезятся. Потом угу. этот дышать как бы тоже там не особо. Угу. Ну как бы воздуха там маловато. Да. Но зато вот в плане оздоровительного эффекта сопли сразу пошли. Да, да, да. Сразу да, такое очищение, запах там очень такой приятный. Ага. После бани такой выходишь, такой копчененький такой. Правильно, так оно и есть. Так что баня по-черному. Нет, баня хорошая. Во, Гривас, покажи. Во, баня, во. Ходите в баню по-черному. Отлично получается. Все. Баня по-черному. Счастливо. Счастливо. Всем здоровья.